Париж, 1794. Каждый день казни. Робеспьер, ты последуешь за мной. Твой дом сравняют с землей, и очень скоро. Жорж Дантон, герой революции, скоро будет казнен. Дантон виновен только в одном. Он разозлил Робеспьера, отца террора. Дайте сюда! В памфлете друзья Дантона назвали Робеспьера кровожадным диктатором. Он был задет. Не совсем в моем вкусе, но с другой стороны, я перестал бояться крыс. Мой старый друг, теперь вы враг государства. В ваших бумагах Анрио нашел это. Личная переписка. Но этого Робеспьеру было мало. Он решил убить и друзей Дантона. Спасите Дантона и его друзей. Дантона уже увели на эшафот. Осталось всего несколько минут. Лучше поторопиться. Я знал, что вы придете, но я должен умереть. Моя смерть погубит Робеспьера. Но у меня есть просьба. Робеспьер забрал мои письма. Мои друзья в опасности. Прошу,
Защитите их и заберите письма. Я бы на его месте сбежала. Но выбор сделан. Нужно спасти друзей. Сказал, ты здесь. Аберансист! Вы припозднились, но спасибо. Друг, как дела? Хорошо, но на площадь вышли не все друзья Д'Антона. Скорее, нужно найти их. Стой!
поверить не могу. Спасибо. Заняться письмами. Поищите в доме Робеспьера. Это еще что? Забывал их повсюду. Очень странно. Ой, о чем? История с Дантоном. Он заперся у себя на целый день. Ты убил Дантона! Кажется, гражданин Робеспьер расстроен. Это все письма Дантона. Должно быть неприятное чтение. Где гражданин Робеспьер? Он у себя, ему нужен отдых. Переживает из-за Дантона? Наверное. Хотя, может, болеет. А вдруг правда за ним мог? Только не начинай опять. Если умрет, что будет с нами?
Не говори глупостей. Молодцы, вам пора уходить. Помню, извините.